Николай Платошкин возьмем. Один из левых оппозиционеров, очень известных людей, который уже находится... Сколько у нас? Ну, уже 10 месяцев практически под домашним арестом. Я думала, честно говоря, что больше года, но да. За это время Николай Николаевич Платошкин... Ну да, больше года, около года, по крайней мере. За это время Николай Николаевич Платошкин переболел... У него был, по-моему, сердечный приступ. Он переболел ковидом в тяжелой форме с госпитализацией. Он говорил и писал о том, что запрет ему на прогулки заставляет его жить в небольшой достаточно квартире среди книг. Он ученый. А книги обладают помимо хороших качеств, что они несут все знания, еще и плохим качеством. Они собирают на себе пыль. И это, к сожалению, свойство больших библиотек. Ему тяжело дышать. И вот я знаю, что даже прокуратура сказала, давайте разрешим ему прогулки. А следствие требует запретить Платошкину прогулки все равно. Сама эта система необъяснима, чудовищно, садистски, жестоко. Казалось бы, необъяснима. Если бы мы просто не знали, насколько они лишены... того, о чем они пытаются кричать на всех углах. Вот Платошкина можно умерщвлять просто. А он находится под домашним арестом, и ему не разрешаются прогулки. То есть он просто сидит дома. Даже гулять не разрешают, да. Человек уже год сидит дома просто, в квартирке своей. А в чем его обвиняют? Вы понимаете? Нет. Якобы в каком-то экстремизме, якобы в каких-то призывах. Но это чудовищное обвинение, это чудовищное... просто расправа над ученым. У меня с Николаем Николаевичем, причем, бывали конфликты, мы с ним спорили, у нас с ним по каким-то вопросам разные взгляды, там, понимаете? Но при этом я могу сказать, что человек честный, искренний, опытный, который всю жизнь служил Советскому Союзу, потом Российской Федерации, был дипломатом, а сейчас он просто сидит и задыхается в своей квартирке. Зачем эта жестокость? Почему нельзя ему одеть браслет и чтобы он гулял хотя бы? Да, я вот тоже не понимаю. Хотите, да, чтобы он вот там в день проходил по 5 километров вокруг дома, да, в какой-то местности. Надо дома сидеть. То есть это издевательство, это пытка просто сознательная.